Снова привет, меня зовут Сергей Сыпко, и сегодня запишу уже два видео таких вот, ни о чем, видео ни о чем просто. Расскажу в этой записи о своем мобильном наборе для губного гармониста. Вот, что я с собой, например, беру в те же самые походы или какие-то поездочки, да, чтобы мне не было скучно, и я мог себя как-то потешить своей игрой или же разучить какую-то композицию. Вот что я с собой беру. Вот что я с собой беру в отпуск, скажем так. Давайте. Конечно же, я беру с собой губную гармошку, вот, бумажечку с распечаткой ноток, на всякий случай, вот. Оно уже установлено на смартфон, приложение HarpKey или же KeyHarp называется, там разновидностей их куча по названию. Смысл этих приложений в том, что они показывают, вот, в каждой тональности, можно там указать гармошку определенной тональности, и эта программа вам покажет ноты вот на определенной гармошке с определенной тональностью. Это очень полезная функция, очень полезная программа, вот, тем более для таких вот людей без музыкального образования, как я, очень помогает. Вот, рекомендую, установите себе, и будет вам счастье. Можно даже обходиться без таких вот бумажечек, но бумажка есть бумажка, смартфон может разрядиться. А вот эта штука вот заламинированная, она всегда у вас под рукой. Вот. И самое главное, что я с собой беру, это такая вот портативная колоночка. Вот. У меня здесь есть минуса, те, что мне надо, композиции, то, что мне надо. Она играет до 20 часов без подзаряда. Вот. Можно полноценно порепетировать, полноценно поиграть, что-то подслушать, может там снять какую-то фразу, мелодию. Вот. Я понимаю, что, как бы вы скажете, на телефоне тоже так можно делать, но телефон, это оно не сильно громко звучит. Можете записать сюда все, что угодно, все, что вам надо. Так же само можете подключить тот самый смартфон или какое-то внешнее устройство, какой-то плеер на эту колоночку, и все оно будет играть вот очень громко и очень красиво. Вот. Можно хорошо дуть на губной гармошке, вот, и вы будете играть как бы на одном уровне, не стесняться, не ужимать себя вот по громкости. Вот, ну, это и все, что я беру. По желанию можно еще взять нетбук с собой, так как я пишу музыку вот для себя, то нетбук — это тоже незаменимая вещь вот в таких походах, путешествиях каких-то, тоже держит заряд там 4 часа, можно что-то на наброски какие-то сделать, вот, хоть в чистом поле, блин, садись и делай. Вот и все, велосипед, рюкзак с хавчиком, нехитрый набор техники, и сиди, балдей на природке, вот, наслаждайся отдыхом, хочешь — работай, хочешь — просто играй, развлекайся. Вот, будьте автономными, до следующей встречи, на следующей уже встрече, на следующем видео мы уже будем с вами играть блюз и даже попробуем импровизировать, вот, по-блюзовому, конечно же, на нашей губной гармошке. Все, до встречи, я готовлюсь, вы ждите, спасибо за просмотр, до встречи!